Здравствуйте, я Тим Бёртон, создатель новой картины Disney «Алиса в Зазеркалье». Авторы фильмов стараются как можно глубже погрузить зрителя в мир грез. И «Страна чудес» действительно оживает, когда видишь ее в IMAX. И прямо сейчас эксклюзивный фрагмент фильма «Алиса в Зазеркалье». Твои друзья в беде. Иллюзии, фантазии, шаткие эмоции. Мне нужно обратно. Здесь все очевидно, у нас истерия. Считается неизлечимой. Я с этим не согласен. Я совершенно здорова. Не дайте уйти! Тебя не было слишком долго. Но! Смотри, не оступись. Когда она появится? Скоро! А что такое скоро и долго ли его ждать? А я не вовремя к вам? Что здесь произошло? Все еще только впереди. Не стоило тебе возвращаться. Все твои друзья будут без голов. Я должна ее остановить. Страна чудес обречена. Дорога каждая секунда. Тик-так, тик-так. Как я выгляжу? Только честно. От времени не убежишь. Свершилась месть. Разделимся. Разделимся вместе. Я приду им на выручку. И будь что будет. Тому, кто вызовет гнев моей сестры. А с тобой-то что? Disney представляет «Алиса в Зазеркалье». Неужели нельзя без упрямства? Можно, но с ним гораздо веселее. В кино с 26 мая.